приятно посмотреть на эти книги, получить. Я поздравляю и фонд, и Ирину, и Газ, который сделал, вот, я думаю, большое дело. Вместе с тем надо сказать, что не просто сборный документ по какой-то проблеме, а по своему даже стал энциклопедический справочник, потому что здесь очень много материалов параллельно. Это и название дисциплины, и биографии конструкторов, и тому, что любой любитель истории, то сам на любой себя очень много информации. И вместе с тем, как историк, можно сказать, что когда мы изучаем эту проблему, ведь мы просто хотим понять, как это было, мы хотим извлечь для себя какие-то уроки из тех событий. И здесь я должен на два момента хочу обратить внимание. Первое – это концентрация усилий страны на одном направлении, когда выбирается четкий путь, и десятки, даже сотни тысяч людей решают одну задачу. И парадокс в том, что возникает уникальное явление в истории. И за 10 лет стране удалось добиться авторитета США в городе. Мы не уникальны. То есть посмотреть на первую тонкую книгу, когда мы еще начали на низкой базе, и посмотреть на третью тонкую, видно, как, в общем-то, задача решается. И что интересно, если мы накладываем это на события того времени, мы видим, как по мере того, как создается этот авторитет, становится мягче и мягче американская политика. Понимаете? Уже наши силы воздействуют на них непосредственно. Они уже готовы договариваться, и идея о том, что возможен первый удар, нам куда-то уходит на второй план. Интересно, что американцы тоже разыгрывают часть документов о тех событиях. И что любопытно, что мы как бы технически идем правильным путем. Но с точки зрения восприятия ядерной войны совершенно оно разное. У нас есть ясное понимание, что мы боимся, что этот первый удар будет нанесен, мы не сможем ответить. Но мы понимаем, что эта война придет к таким последствиям, что потом все, конец планеты. А у американцев другое восприятие, вот они зацепили эти документы, представляете, там такие выводы сделаны, что мы нанесем первый удар по СССР, да, там будут десятки миллионов русских, а дальше будет. Но вполне не поймут, что мы воюем ради их свободы. Это, конечно, уникально. Я такого никогда не встречал. То есть, когда мы восприятие мира, что мы убьем много людей, они потом это оценят, это, конечно, удивительно. И другое обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, которое очень важно. Вы знаете, это отношение к неудаче. Вот это же новое дело, много было непонятно. И то, как относились советские конструкторы и люди, которые занимались этим, относились к неудаче. Когда неудача – это не повод уволить человека, снять его с должности, а это способ движения вперед. Когда происходит авария, нет желания, знаете, выгнать, наказать, а надо разобраться. И здесь ракетчики знают, что ходит много баров, но они, кстати, подтверждаются документами, в том числе и у Королева, когда, скажем, какой-то мастер случайно бросил какую-то гайку куда-то, и потом честно признался, его не наказали, а наградили